читайте в свежем выпуске «Комсомолки» 7 февраля. Няня-изверг может отделаться штрафом. Эти кадры сделаны скрытой камерой в обычной красноярской квартире. Узнав, как няня измывается над 9-месячным ребенком, шокированные родители Ромы тут же подали на нее в суд. Какое наказание грозит женщине, выясняла Наталья Сокольникова. 1 из 10 социологи пересчитали мигрантов. По самым грубым прикидкам оказалось, что каждый 10-й житель крупного города – гастарбайтер. В проблеме засилья мигрантов разбирался Никита Миронов. Гарик-бульдог Харламов ушел от жены. Об этом юморист написал в Твиттере. Резидент Comedy Club отчитался на страничке в соцсети о своей личной жизни, не утаив имени новой возлюбленной. Твиттер Гарика читал Михаил Рябиков.